Всем привет! Вы на канале Ёжик и Белка. И сегодняшнее видео хотел бы посвятить, наверное, одному из самых важных вопросов, которые возникают у людей, которые пишут в комментариях, которые начинаются стандартно с... как видите, на улице у нас сейчас осень, зима, холода начинаются. И эта проблема касается... именно данного периода времени года. Это повышенный расход. Всегда, когда наступают такие холодные режимы, когда у вас начинаются прогревы, это весенний период, осенний, очень часто задают мне вопрос, почему возрос расход. Все было хорошо, расход был 8-9 литров, сейчас бабах и 12 лупануло. Все достаточно просто и легко объяснимо на самом деле. Ничего страшного в этом нет, и не нужно, сломя голову, ехать к газовщикам и регулировать газ, потому что многие думают, что у них что-то сбилось в настройке. На самом деле нет, все достаточно просто. Чтобы не забивать голову лишней информацией, буду как можно проще говорить. Каждый сезон теплый, холодный, меняется дозировка газа. Газ не в чистом виде, как добыли, сразу же вам залили в баке. Это, я думаю, вам понятно. Это смесь, дозировка которой нормируется на летний период и на зимний период. Газ становится более легким и газ становится более тяжелым. Это вполне нормально. Так вот, вот вы ездите лето, ездите, все хорошо, и тут вдруг наступили холода. Газ, естественно, еще не меняют дозировку его, и он остается по-прежнему летним. Ой, как светофор нам поменяли. Посмотрите, теперь у нас стойка горит круто, зеленым цветом, если зеленый горит, а красным, если красный. Круто. Ладно, такое я уже встречал в других городах, а к нам это только-только дошло, спустя несколько лет. Ладно. Итак, газ не успевают заправки еще подгонять под температурный режим окружающей среды. И вы ездите на летнем газе в осенний период. Поэтому у вас возрастает расход. Это нормально. Ничего регулировать не нужно. Так же самое зимой. Вы будете ездить, у вас будет расход, конечно, не такой, как летом. Немножечко завышенный, потому что все-таки вы прогреваетесь, у вас холодный двигатель достаточно часто. И аналогично с летним периодом, когда вы в весенний период вступите, так же самое у вас будет повышенный расход, потому что газ зимний еще, его еще не перезамешали на летний. Поэтому просто перетерпите. Я всем пишу в комментариях, ничего регулировать не надо, просто перетерпите. Узнайте, поговорите с людьми, которые владеют газовым оборудованием и ездят на машине каждый день, ну хотя бы 2-3 года. Они вам все как один будут говорить, да, расход возрастает на вот эти вот периоды осенне-весенние. Это нормально. Не спешите что-то крутить, не спешите что-то менять. Самое лучшее, поменяйте фильтр, обслужите просто редуктор межсезонно. Это желательно бы делать, конечно. Почистите магистраль. Все, это все, что вам нужно сделать. И просто ждите, когда газовые станции перейдут на более легкий или более тяжелый газ. И у вас все будет хорошо. Это достаточно важная тема, вопросов по ней много, поэтому решил записать такое видео для того, чтобы дать ответ сразу. Если что, буду ссылочку в комментарии писать тем, кому это интересно. И все. На этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы знать больше о нашей работе Ёжика Белковской. В дальнейшем вас ждет много чего интересного. Ну и не забываем ставить лайки. Пока.